И пару слов для телеканала «Светотень». Что хочется отметить в связи с тем, что сейчас происходят такие события, которые карикатуру снова выводят, я бы сказал, на передний план медиаполос и вообще обсуждений. Хочется сказать о том, что печально, что именно это событие повлияло на обсуждение этого вида искусства как востребованного, как спорного и находящегося, я бы сказал, на пике медиа-событий. Вот. Хотелось бы, чтобы это было другое, другая причина была бы, повлияла бы, подтолкнула сообщество для обсуждения карикатурных проблем. Потому что карикатура – это вид искусства, вид, особый вид искусства. Вот. Ему уже пара тысячелетий, я бы сказал, даже 4000 лет, начиная с египетских пирамид, где были опубликованы, значит, карикатуры на фараона. Вот. Сейчас карикатура получила толчок для того, чтобы понять свое место в современном мире. Может быть, это место спорное. Может быть, оно не востребовано как вид искусства, а как политически ангажированный вид медиапроявления. Я надеюсь, что все-таки карикатура будет восприниматься как вид искусства. Потому что я считаю его именно таковым. Представьтесь, пожалуйста. Моя фамилия Смагин, Максим. Журнал «Красная Бурда». Карикатура. Планета Земля. Город. Так вот, спасибо большое.